Краснодарская погода сегодня снова грозит испортиться. Синоптики предупредили, что стоит готовиться к ливню с грозой, а местами даже и градом. Кроме того, разгуляется и ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Прогноз актуален до конца суток. Горожанам и гостям кубанской столицы рекомендовано соблюдать особую осторожность. В случае аварии и других непредвиденных ситуаций нужно звонить как с мобильных, так и со стационарных телефонов по номеру 112.